Я думаю, Украина отойдет к Европе. И мы сами являемся этому причиной. Как не обидно. И чем больше мы находимся, чем больше мы попадаем в конфликт с Украиной, тем больше мы сами отправляем ее в Европу. Для нас это большая утрата, потому что украинский и русский народ, а это фактически они тоже народ. Я просто верю, что мы помиримся. Верю, как вот, знаете, больше, чем в церковь. Верю, что помиримся и снова будем брать.